Проверяем, сможет ли резиновый тапочек убить клеща. Только кто-то. Ты лупи. От наших действий ни один клещ не пострадал. Еще бей его. Может и нет. Нет, ему ничего не делать. Как так-то? Давай. Да нет, я кое-что придумала. Подожди. Просто всю силу лупим. Ему ничего не делается. Да что ж такое, как так-то? Сложно. Дима, нет, давай нет. Его уже поджигать. Подожди, давай. Нет, Алис, нет, это пожалуйста. Я. Давай, продолжи. Убит? Неужели? Где он? Нет. Опять потеряли. Он летает по квартире. Это летучий. Подождите, дайте я со своей мощной богатырской рукой. Давай я поделюсь. Нет, я снимаю, не мешай, пожалуйста. На! Да ты не по нему долбишь! Да как не по нему? Вот. И своим всем весом, всеми богатырскими 30 килограммами. 60. Ах ты, рука болит. На, посмотрим, что там с ним. Он жив. Он свои лапки расставил, питаться пытается. Ну все, убить у нас не получилось. Че, дети? Покормите тогда его. Вариантов других нет.